Желаем удачный день в рубрике «Мода». Удачный день и специальное предложение только сегодняшнего дня. Это стильные, модные, эффектные брючки из замши за 1499 рублей. Мне очень нравится, что мы сегодня можем выбрать для себя расцветки на этот сезон. Давайте посмотрим на все, потому что рассказывает об этих брюках Амели наш эксперт, шоу-имиджмейкер Микола Комендров. Бежевый цвет вы можете выбрать для себя. Это ультраактуальный и ультрамодный цвет в этом сезоне. Именно такой, знаете, телесного оттенка цвета кожи. Также можно выбрать для себя коричневый цвет, шоколадный, такой подтон. Серый цвет у нас есть с вами, глубокий, изысканный, напоминающий практически жемчужную основу. Безусловно, можно выбрать для себя зеленый. Это для тех, кто любит именно много бордовых образов создавать, и зеленый хорошо будет с ним контрастировать. Ну, вот также бордовый. Можно выбрать бордо. Здесь бордо больше напоминает как раз-таки эффект жженой хны, да, он такой фиолетово получается у нас с вами винный. Темно-синий оттенок красивый. И глубокий черный, черный классический оттенок. Я выбираю как раз коричневый цвет. Это цена только сегодняшнего дня в рубрике «Мода» 1799 рублей. Итак, внимание, 16 августа, в день премьеры, было продано 1500 пар таких брюк. Вы только представьте, какой был ажиотаж. И к сегодняшнему дню мы добавили сегодня эти брюки и снизили цену еще на 200 рублей. Цена самая выгодная — 1799 рублей. Размеры от 48 до 66. Как же выбирать модели от бренда Pre-Woman, Микол? Мы выбираем с вами либо размер в размер, либо на размерчик меньше. В зависимости от того, как вы любите носить брюки скини. Кто-то любит их естественное прилегание, а кто-то любит максимальное прилегание. Поэтому берем либо размер в размер, либо на размерчик больше. 4 сантиметра у нас с вами составляет эластичная резинка, то есть прихват, под которую она как раз-таки садится. И, конечно же, шаговая у нас с вами гульфовая часть 40 сантиметров, то есть увеличена на 10 сантиметров больше ГОСТа. То есть не 70, а целых 80 получается в окружности. Значит, они стоят ультравысоко по талии, будут хорошо фиксировать и менять именно позицию зоны животика и зоны ягодиц, а 50% вискозы в составе данного материала обеспечит вам комфортабельность. О, мне очень нравится, как они выглядят. 1799 рублей – это абсолютно идеальная дистанционная покупка. И, внимание, уже бордовый цвет в размере 48 и 62 начинает лидировать. У нас с вами вообще лидирующие размеры 52 и 54. Поэтому успевайте прямо сейчас дозвониться. Черный в 62 и 64 уже на грани исчезновения. Все звонки бесплатные. Делайте свой первый звонок прямо сейчас и оформляйте заказы. Слушайте, вообще мне очень нравится, что это экзамша, потому что я вообще люблю замшу. Но скажи, Микол, не протрется? Вот как это будет в носке? Что касается данного материала, техническое его название — это свейд. Свейд, который обозначает как раз-таки заменитель замши. Чаще всего он выполняется как раз-таки из вискозы, потому что вискоза настолько пластичная, что дает возможность как раз-таки его получить. При очень глубоком рассмотрении вы видите, что это обычный трикотаж, который имеет ворсинистую поверхность основы. Но при этом, когда вы смотрите со стороны, то она создает как раз-таки вот этот самый силуэт. Если чуть-чуть ее вот двигать, то вы с вами как раз-таки видим фактуру замши. По факту это обычный трикотаж, потому что внешняя сторона у него очень гладкая. Слушай, мне вообще нравится, как она прикасается к коже. Я сейчас надела без колгот эти брюки, и они просто идеально ласкают кожу. Можно как раз пододеть уже колготки и сверху надеть как сезонное предложение с вашей дубленкой, с вашей шубкой. Главное — успеть дозвониться, ведь это главное предложение рубрики «Мода» на сегодня. Мы открываем удачный день, и в каждой рубрике у нас есть главное предложение дня. Товар только сегодняшнего дня – это брюки Амели. Забирают сразу с джемпером Гвинет. Но согласись, что это идеальное сочетание. Прямо сейчас успеете дозвониться. Сезонное яркое предложение. Ведь даже в холода хочется оставаться женственной, модной и стильной. Микола, подойди к нам, пожалуйста, и вот расскажи, как у нас на разные типы фигуры будут брючки садиться? Смотрите, у нас с вами данные брюки все-таки сшиты в конструкции бананов. Если в статичном состоянии они висят на вешалке, вы видите то, что они уже окантованы именно по бедрам. Идеально подойдут для типа фигуры, которая обладает как раз-таки достаточно выдающейся зоной бедра. То есть нижние типы фигуры, песочные часы, прямоугольная форма. Что касается формы яблочка, то лучше брать вам на размер на 2 меньше, потому что, чтобы вот эти вот контурные ушки здесь у вас не потом не
не подвисали, вам не пришлось их застрачивать. То есть для формы яблока рекомендуется на размер меньше брюки, чтобы они максимально присели. Для дам, которые обладают более объемной зоной бедра, берите четко размер в размер. Данное предложение мне очень нравится, то, что оно не узкое к низу, а полусвободное. Смотрится все-таки как брюками, поэтому вы можете их носить как с блузами, так и с джемперами. Кстати, соединение вот с таким вот джемпером Гвинет – это идеальный английский стиль. Остается добавить дубленку, одеть высокие сапоги, кепку, и этого уже максимально ультрамодный образ, а самое главное, еще и будет очень удобно в течение точно, дня. Точно, кепку еще надеть, и вообще будет очень модно. У нас внимание забирает сразу по несколько оттенков наших брюк. Амели – это эффект натуральной замши. Невероятное качество, серый цвет. Обратите внимание, у нас забирают по два цвета. А цвет бежевый – это выбор нашей Ники, смотрится эффектно. Обратите внимание, вот коричневый цвет, слушайте, вот который я выбираю, я опять на него смотрю, я опять на него запала. Зеленый цвет, эффектный цвет, красивый, сезонный, опьяняющий бордовый, синий цвет. Обратите внимание, если у вас на работе, например, дресс-код, то эти брюки точно можно будет надеть. И классический черный. У нас ровно одна минута до конца презентации, успейте сделать свой первый звонок прямо сейчас. Нам исполнилось 8 лет, и нас смотрят миллионы телезрительниц. Все выбирают главный товар дня. Микола, скажи, вот чтобы стирать, их нужно тоже сдавать в химчистку? Нет, данное предложение неприхотливо в стирке, потому что их стирают как обычные брюки. Так как здесь 50% вискозы, значит, мы работаем с вами в режиме как раз-таки стирки вискозы. 30, 40, 60, 70 и 90 градусов можно выстирывать данное предложение. Свейд у нас с вами бывает различный. Есть классический свейд, который полностью повторяет силуэт замши, не тянется. В данном случае здесь свейд идет с эластаном, с трикотажем, который дает возможности его стирать и за ним очень хорошо ухаживать. Кстати, самый светлый именно вот этот цвет вы можете с легкостью брать и не бояться. Если вы оставили на нем пятно, оно хорошо застирывается и защищает. Слушай, ну какие они эффектные. Не забывайте, что у нас действует бесплатная доставка от суммы заказа 4990 рублей. Поэтому забирайте готовыми ансамблями. Шоп-н-шоу всегда готов удивлять вас. И сегодня мы открываем удачный день.